Фильмы и телесериалы приучили нас к тому, что работа сотрудника полиции – это череда бесконечных перестрелок и погонь. Но в жизни чаще происходит иначе. Герой нашего сюжета – участковый Александр Брагарь. В его работе наиболее ценится умение находить подход к человеку, вникать в суть его проблемы и порой находить компромиссы. Психология и дипломатия – вот главное орудие участкового. В принципе, уже всех жильцов знаю. Проблемные есть жильцы, есть хорошие, которые приходят за советом. Александр Владимирович Брагарь на должности участкового 3 года. В свои 25 он обладатель медали за офицерскую честь, неоднократно поощрялся грамотами и благодарностями за добросовестное исполнение служебных обязанностей и раскрыл все преступления, совершенные на принадлежащем ему административном участке, в который входят улицы Школьная, Лемешка, Садовая и деревня Тарычева. Может быть, он и не богатый опыт пока еще, поскольку только 3 года, но уже какие-то психологические такие вот наработки у него имеются. Жильцы тоже довольны работой своего участкового. Среди главных качеств Александра они непременно называют отзывчивость и ответственность. Так, к примеру, несанкционированный вывоз грунта из деревни Тарычева утром 26 сентября был разрешен участковым в течение всего лишь пары часов. Ну, сейчас вот они убирают грунт уже, меры воздействованы, как бы. И вообще, когда мы обращаемся к нему, он непосредственно нам всегда помогает по мере возможности. И когда свободное время приезжает, проверяет. То есть поддержим порядок. Жена Александра Ольга с пониманием относится к работе супруга. Ведь она тоже сотрудник полиции и не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются участковые. Не каждый же человек пойдет на такую службу. То есть, когда он учился в университете, он знал, что его будет ожидать. То есть, это целенаправленно было. И вот когда было изнасилование у нас в городе, вообще все силы полиции подняли на уши. То есть, и днем и ночью все работали, чтобы его найти. Вот в том числе вот и муж мой. С такой напряженной работой необходим качественный отдых. Семья проводит свой досуг с толком. Мы посещаем театры, музеи, ездим в Москву на всякие мероприятия, там, на концерты. Пока детей нету, наслаждаемся жизнью. И все же служба на первом месте. Новые жалобы поступают ежедневно. Разрешить каждую из них – забота участкового. Александр Шишов, Людмила Медведева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.